Итак, друзья, привет! Вы Naked Play, и это Smelter, про девушку и парня, как я понимаю, в раю. И мы начнем определенный свой бой с разными монстрами. Это платформер, и я думаю, музыка не так не доест вам, как и мне. И она прикольная, очень такая смелая. Начнем играть. Некоторые области можно пройти по-разному, используя разные навыки. Окей. Адам и Ева? Оу. То есть надо обязательно подобрать, да? Окей. Ну куда ты слопал-то в одного? Девчонка полетела. Ева никогда не могла предсказать события, которые произойдут после того, как Адам поддался соблазнительной ауре запретного плода. После того, как Ева увидела, как его возлюбленный Адам поглотил его и увидел великий белый свет, падающий с небес, Ева вскоре увидела, что мир вокруг нее исчез, и вскоре обнаружила, что проваливается сквозь пустоту и тьму. Но не в полной темноте, потому что полная темнота была пугающей. Это больше похоже на небольшую темноту, когда вы... Как темноту вы видите, когда закрываете глаза. Вроде что-то того. Что? Что значит оставаться сосредоточенным? Разве вы раньше не слышали о повествовании? Я пытаюсь нарисовать яркую картину для аудитории. Занимаюсь своей работой. А твоя в чем задача? Хорошо. Когда она упала, под ней начал мерцать слабый изумрудный свет. Она не знала, что с ней станет, когда она достигнет этого света. Так началась ее история. Глазища-то какие. Без понятки, где она, что? А, ну это информация, да? Это типа обучение. Я! Ну коля какая девчонка-то, а? Рыженькая, бойцовая. Ну, музон приятный, очень приятный. А глаза-то зачем такие? Еле успели. Гамма. Не страшно было? Что? Эй?
Привет. Я слышу шаги. Может кто-нибудь помочь мне? Где? Святые змеи. Я здесь. Я попал в ловушку, и я здесь. Что, не видишь, что ли, меня, типа? Ага. Спрыгни и вытащи меня отсюда. Типа, спустись, помоги мне, и не хочу, чтобы мое лицо было раздавлено. Ну, какие-то звуки. Я думала, это конец моего пути. Надо спасти. А как мы спасемся? Ну давай. Где-то там. Это что такое? Ты что? Маска какая-то? Отлично, я наш. Этого достаточно. Но я догадывался, я думал, что я один. А здесь... Я думал, что я это типа конец. Но... Оказывается, здесь есть кто-то. Что, Ева? Интересно, очень интересно. Некоторые говорят, что тишина говорит громче слов, но вы действительно разрушаете все это, разрушаете своим выражением лица. Не так ли? Я вам дам минуту, чтобы вы подумали. А вижу. Я ясно вижу, что ты ищешь своего парня. Боюсь, об заклад, я прав. Я прав? Скажи мне, что я прав. Да, я увидел на твоем лице это. Я прав? А где мои манеры? Мое имя Мел. Шелтер. И да, давай сделаем это. Простите, трудно сказать, как меня зовут мои приятели. Полный гласных и горловые шумов. А, я просто маленький обычный ангел. Но действительно очень хороший. Ой-ой, это место действительно начинает приходить в упадок. Почему такое могло быть? Быстро, давай за мной. Не волнуйся. Это нормально. Просто стой спокойно. Оу. Прям Sailor Moon. Ого. О, это выглядит очень прекрасно. О. Да, надо выбираться отсюда. А мы наверху могли что-то сделать, да? Может, тогда вы уходили бы там? Плавильная печь. Не так уж и много времени для тусовок, но, как вы могли заметить,
Флопия. Флотипо. Флотипоид. Это наш. Это нас зовут она, да? Вы можете носить меня. Это прикольно. Я вижу долгое время. Что? Так, давай откинем назад эмоции. Все это. И нас ждет впереди бой. Теперь вперед. О. И шо? Ну вот, это надо прям к краю. Отлично. Фиолетовый у нас набирается. А почему такая какой-то сероватый? Ну не хочу просто пропускать их. Что такое? Кристалл какой-то. О, это одна из древних штуковин. Я думаю, это называется клепоин. Подожди, это звучит не так. Это возвращение ко мне. Ты доверься. Возвращение, да? Ух ты, как быстро это все было. Правильно. Это улучшение. Типа хпшку поднимание. Если что. Мэри Вэлл, да, слимы, слимы, слимы. Кто их сделал? Почему они здесь? Хорошее имя, да? Правильно? Smell Blade. Так, это вот получается у нас есть... тратится три штучки такие. Понял. Сила! Смело. Это вот это фиолетовое наберется, если полностью в круге. Вот сейчас она набирается как раз, убивая один за другим. Так, я сделал посветлее, чтобы было, не знаю, видно, что у некоторых очень не очень хорошо. С видением. Так, это выход. Так. Надо, нам нужна помощь. И нам вообще уходить отсюда, из этой страны. Но мы можем вернуться. Чоп-чоп, пошли. Интересно. Так, это мы, да? Так, мы добрались до места. Так. Румбли Лэнс. Добро пожаловать. О, наша девчушка на уречушке.
Так, мне нужно будет помощь для того, чтобы найти Адама. Но сначала мне позвольте показать мне вам свою великолепную империю. Что? Что случилось? Мое сердце все еще здесь, но где, черт возьми, остальная часть империи? Твоя подлость, ты вернулся? Да? Я уверен, что меня сильно не хватало. Конечно, без вопроса, мой милорд. Командор Зирма. Вот он стоит у башни зеленой. Но что еще важнее, будь добр, объясни, что с моей империей? О, конечно, твоя большая крылатость. Вы как раз вовремя. Ваше любимое сердце и окружающее его строение были почти уничтожены. Ваши верные силы сделали все возможное, чтобы отбиться от врага, но это было безуспешно. Командир уверен, что вы можете что-то сделать и с этого ситуации что-то вынести. Ну, раз вы, типа, сказали это, я попробую сделать с этим что-то. О, спасибо большое, лорд. Пора расправить крылья и позаботиться об этих парнях. Так, надо... Угу. А, ну здесь типа зум. Ага, все уничтожили. Мои извинения, малорд. Так, вы необходимы здесь. И нужно отремонтировать все это. Мои извинения постоянные. Так, у меня нету времени разбирать. Нужно подремонтировать все это. Короче, мне нужен Харвест и... Зирму тут сюда надо установить. Так, ну здесь мы, получается, так, устанавливаем, отлично. Появилось. О, добро пожаловать. Так, теперь ремонтирующий элемент. Да, вот пошел он. Да, теперь мы можем ремонтировать. Вот это вот надо отремонтировать. Отлично, пошло. Все отлично. Так, теперь вот это надо вам еще отремонтировать. Через Shift и отремонтируем. Командор. Да, мой господин. Так. Теперь, когда я так любезно спас положение, отремонтировал наши здания, которые вы не смогли защитить, пока меня не было, я уверен, что некоторые из моих войск, Зирма, готовы вернуться к работе. Да, конечно, командир. Ну все, отлично. Так, надо позвать Зирмов, чтобы они заняли эти казармы. Зирма, чтобы они сражались за меня. Так,
Ага. Все три, да? А, сюда. Направить троих. Ну, вроде бы, да, пошли вот они. Охрана Зирма. Все, сохранение. А, да, все прекрасно. А, ну и все. Мои извинения. Так, надо вот это вот расфигачить. Как и говорил, это нужно расфигачить. И получив этот камешек, мы надеемся, что мы не только сможете восстановить свои силы, которые вы потеряли до того, как были изгнаны стражами, но вы берете барьер, блокирующий путь в Домингураби. Ну все. Да, камень надо расфигачить. Тарас, доверься мне. Все будет хорошо. Да, мой лорд. Так. Отлично. Нам вообще туда надо, как я понимаю, да? Опа. Гримбл. Мы... Что это за место вообще? Когда-то это место было тренировочное поле для силы Гураби. Медоплавительный завод. Большая часть его состояла из маленьких ребят по имени Блокс. Или Блоксис. Ах, как вы их называете, я не знаю. Ну и удачи, давайте посмотрим, типа, посмотрим, что вокруг, и покажем, что будет с Гураби. И нам найти нужно будет дома Гураби из камня. Он где-то на этой территории будет. Отлично. Так, энергию мы забираем правой. Оу. Это сила. Подожди. Воу. Чувствуешь эту силу? Она прям к нам как-то прилетела. Через камень этой. Что случилось, непонятно. Скиллы добавлены, да? Опа-на, выбираем, какой скилл. Это очень Гураби, нравится. Так, получается земляной удар. А, это надо нажимать на S удар. А, тройной удар комбо. И наверх. Это получается... Вверх, да-да-да. Это, короче, надо... Ну-ка, это... А, это все есть. Или нет, мне кажется. А как он затрагивает? Он затронул меня еле как.
Прекрасно, сейчас откинем сейф. Я почему-то не чувствую пробела. А где хп-то взять, вот, например? А, ну вот она хп. Получше стало. Нехило так. Так, какой-то камень. Для улучшения, да? Апгрейда. Вот эти дурные всякие плавают. Да как он задел меня? Задевают из него непонятно из чего. Так, опять мы энергию вот собираем. Скиллы что-то выбираем, да? Два скилла. Мега прыжок, да? Так, а, ну допрыгнуть до туда, я понял. А почему? То есть? Он не особо-то и классный.
Замечательно. Если мы погибаем, получается, сейчас мы пыляемся на последнего, да? Ага. Ну да, вот оно. Да чтоб тебя. Так, мы здесь были. Так. Отлично. А, блин. Мы получили домашку. Душу его получили. Опа. А с ними ничего не можем сделать. Там бегает какой-то раханоид. Ха-ха, обманули дурака. Так, хпшечку. Это что у нас такое? Пойдем дальше. О-о-о-о. Беда бедовая. То есть в воздухе ты не можешь бить их. Мега камень. О, забираем. Получается сила же. Так, это мы заберем. Берем. Там еще что-то осталось. Ну, там мы сможем, наверное. Да, мы здесь сможем вернуться. Ага. Важновато будет. Нет, здесь можем. Не слабо она прыгает, малютка. Через дверь, но не могу выбрать. О, так, дверь приоткрылась, а мы здесь не прочистили.
Нет, это так рисовка, я думал, камни. А там проход тогда наверху, что это? Малышка, расскажи мне. Вот это что за проход? Куда это мы заходим? Успел, успел. Так, ну вроде бы они по диапазону другой стали. Фух, успел. Минута два. Ну, я не думаю, это немало или много. Так, получили токен. Это хорошо. Короче, это улучшение и помощь впереди. Так что пойдем вперед. Открывай дверь. Это понадобятся монетки. Понятно, вот оно что. Здесь не просто так все это. Ой, и риснулись, кажется. Твари риснулись заново здесь, да. По территориальному. Вот, друзья, мы посмотрели эту игру, показал вам, как здесь что рубиться, если понравится, не понравится. Но история очень интересная, как пропадает Адам, и девчонка находит ангела. Она будет сейчас со своими вот этими силами искать и пытаться найти. И все это вопрос решить. Это не знаю, прикольно. Вроде бы прикольно, и музон такой недоедливый. Милый, можно отвлечься, побалдеть, вот энергией там пошмалять. Девчонка такая, вроде бы ничего. Так что, друзья, это на ваш выбор. Можете поиграть, пошмалять, время потратить, тем более платформеры. А многие любят именно Дэнди, как помните. Так что, друзья, главное не болейте, и все, что у вас было хорошо. На этом все. Всем аригато. Всем пока-пока. And it's up to us to take it back. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.